Тож ми продовжимо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І цієї години зі мною у студії підприємець, заступник голови ГО «Зелена миля» Віталій Оленський. Вітаю. Добрий день. Та адвокат об'єднання «Могильницькі партнери» Сергій Ковальов. Вітаю. Здравствуйте. Найближчим часом поговоримо про таке. Малий та середній бізнес в Україні готується до переходу на нову систему розрахункових операцій із чеками та реєстраторами. Підприємців-порушників штрафуватимуть. Часткове нововведення почнуть діяти вже у квітні 2020 року. Чи встигне бізнес підготуватися до нових правил роботи? Як це вплине на вартість товарів і послуг? Чи всі приватні підприємства виживуть у нових умовах ринку? Чому в країні із розвиненою ринковою економікою, як правило, більше половини населення працездатного віку – приватні підприємці, тоді як в Україні лише 9%? Про все це далі у програмі. А наша глядача нагадує, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, от що підприємцям загрожує і чому вони так бунтують і не хочуть, щоб цей законопроект набрав силу? Перша ремарочка сразу. На самом деле это уже не законопроект, это два закона полноценных, которые проголосованы, приняты и подписаны президентом. Единственное, у них у двух этих законов, которые приняты были 20 сентября 2019 года, отсрочка по сроку действия до 19 апреля года 2020. Первым законом вносятся изменения в закон о регистраторах расчетных операций, то есть фискализация так называемая, а вторым законом в налоговый кодекс изменения. Ну, это один пакет законов, то есть второй – это следствие первого. То есть это там, где прописаны у нас штрафы, вот эта система кэшбэка так называемого. Вот. Почему, на мой взгляд, главная причина, чего опасаются и обоснованно опасаются предприниматели, это не столько фискализации как таковой, сколько формализации учета. То есть у нас получится так, что ни один предприниматель не сможет обходиться без бухгалтера. То есть этому закону сейчас, ну, по-хорошему, так аплодируют только бухгалтеры, наверное. Потому что формально они прописали в этом законе, что якобы нужно будет вести полноценный учет с предоставлением документов о происхождении товара только предпринимателям, которые являются плательщиками НДС, либо не находятся на едином налоге. То есть, но большинство у нас все-таки предпринимателей находятся на едином налоге и не являются плательщиками НДС. Вроде как их не должно коснуться. Но если вчитаться во все положения, они вот вырваны из контекста, которым как бы говорят, вот гляньте, мы же освободили вас от этой обязанности, то есть фискальная система. Ты можешь продать только то, что ты в эту систему завел, если простым языком говорить. То есть без специальных знаний, без того же бухгалтера, ну, победить эту систему, ну, не так просто человеку. То есть все равно учет нужно вести. Вопрос только, что не нужно предоставлять, может быть, в налоговую, но ты все равно не сможешь продать, не введя товар в систему учета фискальную. То есть на самом деле такую игру слов сделали, а учет усложняется для всех по факту. То есть если сегодня, ну, до сегодняшнего дня включительно, РРО применяются только теми, ну, либо по желанию, либо теми, кто превысил оборот в 1 миллион гривен, то, ну, то есть многие из малых предприниматели вполне обходились без РРО, то есть обычными товарными чеками, и не нужно было специальных знаний, там, бухгалтерских. Да, РРО для наших телеглядачей. Регистратор расчетных операций. Это вот штука, которая выдает фискальный уже чек. Не товарный чек, где мы пишут нам просто от руки, да, наименование товара, ставят печать, и это тоже является документом, в принципе, но он не требует специальных знаний, навыков для ведения учета. То есть и для того, чтобы продать товар, на сегодня человеку, ну, не надо. Вот он слепил горшок, да, своими руками, он предприниматель, он его продал. То есть ему не надо заводить в какой-то учет, в какую-то специальную программу этот горшок. Да? Он его просто взял, продал, вложился в лимит свой по году, заплатил налог в твердой сумме и заплатил единый социальный взнос, чтобы получать пенсию в будущем. Да? Все, выполнил обязательства свои перед государством, все просто понятно. Такая система позволяла минимизировать влияние налоговиков. Ну, проще говоря, они единственные практически до сегодняшнего дня не проверяли. Вот. Что будет после введения этого закона, ну, уже очевидно. То есть ввели систему кэшбэк или Павлик Морозов,
ну, то есть стимулируют людей писать жалобы на предпринимателей. Ну, понятно, угу. люди будут пользоваться этим правом, а в желании обогатиться. Найдется много таких. Вот. А поэтому гарний бизнес буде. Ну, робочі да. місця, таке інше. Можливо, ну, робочі... це така другорядна мета нашого керівництва держави. Да, сложно сказать вообще здесь о цели. Цель, наверное, показать работу. Ну, не с того начинают, как мне кажется. Дякую. Пане Віталій, от з вашої точки зору, ви от як підприємець, ви ж бачите, що відбувається. От, наприклад, якісь там РРО, програмне забезпечення, нові законодавства. Тобто, от вам зрозуміло, в принципі, для чого цей законопроект, кому він потрібен? Мені, в принципі, понятно, кому він потрібний. Тобто, скоріше всього, потрібно на логовиків зробити роботи. Тобто, це зараз буде... Роботою чи... Ну, не на одну зарплату, ви поняли. Яка різниця? Ну, не на одну зарплату не повинні жити. Понимаєте, тепер вони можуть просто-напросто приходити. То есть многие предприемцы, так называемые, они не понимают, как вести деятельность, так называемую, бухгалтерскую. То есть или нанимать бухгалтера, и который не может нанимать, он должен сам ходить. То есть, но как было в, да, как в 90-х... миллионов не сможет себе от, нанять начнем, бухгалтера. Начнем с того, что интернет по Украине очень много нет. Где есть места, где даже нет интернета. Как они должны это вести, как электронную звитность давать, я тоже этого не понимаю. Дуже багато міст, там, де навіть дорог немає. Ну, начнем с этого. То есть получается, что будет опять так называемый план, как в 90-х годах. То есть предприниматель в 90-х годах, если вы помните, приходил, ему, как всегда, выписывали штраф. И он радовался, что ему минимальный штраф выписали, потому что он договорился. Говорит, потому что моему соседу намного больше выписали штраф. То есть сейчас эти штрафы можно будет выписывать, ну, направо и налево. То есть придумать, как это сделать, ну, они в курсе, они знают сами. То же самое, сейчас же реорганизация идет, сказали, что будет бюро экономических расследований. То бишь, это та же самая налоговая милиция, получается, сейчас станет во главе экономических расследований. Но это то же самое. То есть, в принципе, они говорят, мы хотим бороться с контрабандой. Не вопрос. Боритесь, но так давайте площадки сначала уберем. У нас же вся контрабанда заходит через площадки, так называемые. То есть заходит... А вот, ну, як, вот расскажите, я не разумею. Вы с предприемцами не общаетесь? Нет? Общаетесь. И вы прекрасно знаете, как это делать. То есть приходит, вот, ему завез контрафактного, то есть контрабандного товара, там, ну, тот же самый кирпич. Ему надо, он идет на площадку. Все знают эти площадки, кто их крышует, эти площадки. Но с ними же уже, они 15 лет работают. Ну, то у них 8%, то 10%, то 12% в плохие времена. И площадка выдает те же самые КВД, коды, как будто он купил у официального поставщика. И все, оно стало на учет. Mm-hmm. То же самое сейчас, так же самое скажут и предприемцам. Иди на площадку, и, то есть товар, а приходишь через них, через под 8%. Вот и все. Mm-hmm. Ну, це фактично така лазівка для корумпованих працівників охорони фонду. Так, поймите, сама площадка... Для того, щоб усіх підприємців саме до цих площадок направити. Ну, правильно розумію? Все дуже просто. А зараз вони без них, я так розумію, ну, вони їм просто, мелким підприємцям, вони не нужны. Мелким підприємцям вони просто не нужны. Вот крупным, которые уже платят ПДВ и податок на доходную марку, то есть свыше 5%, они нужны. А если мелкий, он там перекупил у кого-то, ему не надо. А сейчас, чтобы он перекупил, он должен показать, у кого перекупил. Тот так же самое контрабандой завез его. Угу. Идите на площадку. Там он все сделает. Вы понимаете? Ну, то есть у нас контрабанды, через эти... Такие. Да, у нас контрабанды, они говорят, вот мы будем бороться с контрабандой. То есть контрабанды у нас идет, если они хотят, вот мы с тени выведем порядка там 2,5-3 миллиона, будет в доход каждый месяц идти. Так у вас контрабанды на 100 миллиардов идет. То есть вы же там боритесь сначала. Угу. Там же мы не боремся. То есть угу. это для так называемых площадок, которые выдают эти же документы, и которые так же самое налог решуются. Ну это, представляете, какой доход будет? Угу. Зрозуміло. Пане Сергію, як ви вважаєте? Тобто, ви погоджуєтесь з паном Віталієм, що цей закон дає такий інструмент для того, щоб направити підприємців до своїх якихось фірм, для того, щоб на проценті просто заробляти на тому, що підприємці не зможуть тепер брати контрабандний товар і якимось чином його реалізовувати? Согласен з... В основном с мыслью такой, потому что, ну, не знаю,
кто конкретно, когда голосовал, думал ли об этом, да, или это следствие уже, или только те идеологи знали об этом, да, к чему приведет этот законопроект, а кто-то голосовал и не думал об этом, тут знать не могу, но, ну, что у всех там был умысел, да, кто нажимал кнопки. Ну, то, что последствия будут такими, это факт. Не с того начинают, это точно. Однозначно нужно сначала побороть и рынок подвести к тому, чтобы рынок, допустим, сам захотел, ну, там, как это сказать, фискализироваться. Как это можно было сделать? Вот на одном примере. Сейчас мы уже, да, там, в 21 веке, у нас уже система расчетов карточек. А они до сих пор приравнены для целей РРО, ну, регистрации вот этих, к операциям с наличностью. Если бы они хотели, ну, упростить жизнь и вывести, так сказать, из тени, да, определенные операции, стимулировать безналичные расчеты, да, чтобы просматривались. Ну, приравняйте эти операции к банковским, тогда на них вот этот фискальный учет не будет распространяться. Но этого не сделали. То есть по-прежнему расчет карточкой приравнивается к наличному расчету. Значит, нужно применять вот эти регистраторы будет теперь. Независимо от суммы дохода, 19 апреля нужно будет применять регистраторы. То есть это к вопросу, что, ну, иногда нам говорят там о благих целях этого закона. Вот когда видишь такие нестыковки, да, то есть не понимаешь, а где, собственно, была эта благая цель. Что может быть проще? Ну, вот почему расчет со счета на счет не нужно применять, да, регистратор расчетных операций? Даже после вступления этого, в силу этого закона следует отметить, что те, кто, ну, например, юридические фирмы, аудиторы, мы в основном получаем деньги по безналу. Да? Ну, то есть не работаем с наличкой, нам можно обходиться без этой системы дополнительной фискализации. Да? Но людям, которые сладков продают, им никак от налички не уйти. Да? А есть, ну, при этом кто-то мог бы сказать, я могу принимать только карточкой применяю и не вести этот учет усложненный фискальный. Но ему не дают возможности. Нет, карточка тоже приравнивается к к наличке. Хотя, опять же, он деньги в руках не держит наличные. То есть карточкой рассчитались, карточка это лишь отображение одного счета, сразу деньги на другой счет зачисляются. Вот такие особенности. И у нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Вітаємо вас, вы в эфире. Добрый вечер. Доброго вечора. Я що хотів сказати, це не напоминає нам про золотого теленка, где фирма «Рога копита», и не так специалистов, чтобы заниматься бизнесом, нанимать тех, что там будут вести бизнес, подсчеты, бухгалтера, а сразу же лиц, которые готовы сидеть за какие-то эти дела, операции. Это налоговые будет. Приходите Дякую. Туда, там Пане все. Виталий, як ну, можете... так это налоговые будет. Я приходите туда, привести. Приходите туда, и там вам все рассказывают. Штраф такой-то, или вот так сделаем, или вот так сделаем. Все очень просто. Тут, в первую очередь, тут проблема какая. Смотрите, вот большие сети магазинов, и многие про это говорят, допустим, тоже Сельпо, Великая Кишень. Ну, все работают по ФОПам. Берешь чек ФОП Пупкин, следующий чек за тобой выписывает ФОП там Иванов, и так и пошло. То есть с этим же не борются. То есть они на фискации, да, но они по ФОПам. А человек, который сидит в палатке, ну ему просто не надо. У него заработок, там, допустим, 8-10 тысяч, там, ну, 12, может, тысяч гривен, допустим, смотря какая сезонность товара у него или еще что-то. Но нанять еще бухгалтера, ну, он просто разорится. Это идет к тому, что они остаются при своем, у них и так идет фиксация. Но вы поборите эти ФОП. Вы же им разрешаете, что большие сети, я эти все знаю, что эти большие сети работают под ФОП. То есть нет уже, допустим, сети, там, то в Сельпо, и все чеки под Сельпо. Они все под разными ФОПами идут. И это просто-напросто маленькое предприемство, просто ларьки, которые еще раз, им просто не угодно. Возьмем и задаем. Потом, интересно, кто будет продавать фискальный аппарат? Ну, кто-то заинтересован, чтобы, и поверьте, и будет фискальный аппарат одной марки. Это 100%. Ну, их же потребно сертифицировать. Да они уже будут сертифицированы, уже у кого-то лет. Помните, в 90-х годах? Потребно дуже багато грошей заплатить. Ну, это же еще видно. Ну, аппарат он будет... Это же Украина. Ну, конечно. 5 или в 6 раз, как Укрзалезница закупила там эти кондиционеры в 5 или 6 раз дороже. Мне в 90-х годах, я помню, был такой случай, когда тоже пытались ввести такую называемую фиксацию. И заставили предпринимателей, хотя им сказали, вы не переживайте, их водить не будут, но купить их надо. И они купили. У многих даже у меня знакомых стоят эти аппараты, они даже никогда им не пользовались. Но пришлось купить, и им сказали, у кого купить.
В налоговую приходили, говорит, а вы покажите чек, что вы купили кассовый аппарат. И вот пока скажете кассовый аппарат, да, вам минимальный штраф, вы молодцы. А вы не купили аппарат? Лови. Все очень просто. То есть, понимаете, чтобы это вводить, надо какую-то экономическую модель сделать. У нас экономической модели нету, вот придумали, а давайте ФОПу сделаем так, вот может нам больше денег будет в бюджет. А то, что на границе и контрабандом у нас по Украине проходит 100 миллиардов, ну про это все молчат. Угу. До речі, цікаве питання. От, якщо я пам'ятаю, я теж був підприємцем деякий час, і була така книжка «Форма 10», якщо я не помиляюсь. Ну, і там потрібно було кожну транзакцію, якщо ти там за гроші... За, ну, так, в будь-якому це, случае, це записувати. Да, да, ми розумі, ви... Я розумію просто, коли як от здавали її до податкової. Тобто, все одно там було щось неправильне. Я її не заповнював, я навіть... її навіть і не купував. От. І мені кажуть, де вона? Я кажу, а що, вона потрібна? Вони кажуть, так, вона ж по закону, все ж. Я кажу, ну немає. Вони кажуть, дві пачки бумаги. Ну, дві пачки бумаги, це ще нормально, можна не три сказати. Але я так розумію, що я просто якось... На хорошого інспектора попав. Так, так. Ну, нормальна людина була. От, а якщо я розумію, що це хочуть зробити якось системно, щоб оці корупційні там, напрямки легалізувати, ну, і направити підприємців до якоїсь одної каси. Так, да, і буде дуже просто. Буде, пам'ятаєте, як були так називаємо, як же вони називались, не планерки, а ежемесячники. От кінець місяця квартала закінчився і понесли. Пошли все ФОПы сдавать, и будем сдаваться тому столько-то. И по-любому они будут что-то им начислять. В любом случае штрафные санкции будут, потому что, насколько я помню, когда налоговые выписывали эти штрафные санкции, они сами не знали, чем мотивировать. А почему? Вот по закону-то, хотя они сами не знали закон. А обычного предприемца возьмите, но он не знает закон. Ему могут рассказывать, это черное, это белое, или наоборот. Ну вот ты должен сделать так, и все. То есть они сейчас делают так, что и сейчас и так много в тени работают. А на данный момент вообще эти, так называемые, помните, в Советском Союзе цеховики были? Ну так оно сейчас все уйдет туда. От того, что осталось... А кому это выгодно, с вашей большим торговым сетям. Большим торговым сетям. Ну, чтобы просто малый бизнес выштовхнуть из рынка. Ну, конечно. Ну, зачем? Это тому же магазину, тот же ларечек, который там депингует, ну, там не сильно депингует, ну, ниже цена. Ну, зачем ему надо? Ну, то же самое, большие торговые сети, то, что под ФОПами работают, на это все закрывают глаза. Может, тут давайте поднимем вопрос. Почему так? И все же это знают, это кричущие, вопиющие, что там это реально, это то, он должен платить податок на доданную вартость и все остальные налоги. Но они не сидят на ФОПах, и это все знают. Дякую. От, пане Сергію, дійсно цікава ситуація, коли от торгівельні мережі переходять на ФОПи. Ну, ми розуміємо, що це, в принципі, мабуть, не заборонено законом. Але якщо є клепка в голові у там, податківця, ну, це ж очевидно, це мінімізація оподаткування і це недоплата до бюджету. І до таких підприємств податківці повинні приходити і казати, хлопці, ну кого ви обдурюєте? Ну, навіщо цей балаган? Давайте все ж таки нормально платіть, як по закону. Це кримінальний злочин, чи це можна розцінювати як схему просто мінімізації оподаткування, щоб менше грошей платити до бюджету? Звісно, це схема, але її потрібно доказати. Что это схема. Часто, ну, а, соответственно, схемы с годами умнеют, да, то есть, если раньше схемы были более примитивные, то есть, там, просто брали те же люди, кто там, наемные работники, они же ФЛП, они же, то есть, выполняют тут одну функцию, тут сходную, такую же, но на едином налоге, то есть, да, это минимизация налогов, и с этого нужно начинать, то есть, ну, так называемая задекларированная борьба с империей ФОПов. Да, вот там, где империя, там у них проблемы нет. Там и действительно те ФОПы, они лишь номиналы. Они по факту наемные работники, допустим, в сети какой-то, а на самом деле за них учет ведет там десяток бухгалтеров. Досвечение да. бухгалтера. Конечно. Да, да. То есть для них это не проблема. То есть для них этот закон, он
им оно сложнее не станет. То есть они просто, то есть, по сути, используют их паспорт, код, и люди тех денег не видят. То есть он расписывается, что он доход получил, доход снял, на самом деле он доход отдал. Это чисто распространенная схема, и правильно нужно начинать именно с этого. У нас же что происходит? Как, под какой ширмой эту ситуацию продают, да? В массы продают на международный рынок эту историю. То есть у нас вот парадоксальная ситуация. У нас одной, вот две руки, одна рука с кнутом, другая с пряником. Ну, конкретно у президента берем, который сначала подписывает два закона, да, одной рукой, а другой рукой подписывает два указа, уже после подписания закона, направленных на либерализацию этой системы. Понимаете? То есть с разницей в месяц. То есть как получается? А зачем ты тогда подписывал? Ведь у президента есть право вето, да? То есть зачем было подписывать законы, а потом говорить, ой, а давайте введем на 2 года мораторий на проверки. Стоп, так можно было наложить вето. Да? Запретить... И на доопрацювание. Да, на доопрацювание. И написать замечание на канцелярии президентской, да, то есть там, что вот, нужно мораторий, нужно то, все, что было в указе написано. Нужно увеличить лимиты, потому что идет инфляция, нужно расширять лимиты по группам за счет инфляции, которые формировались по курсу 8, да, сейчас он в 3 раза выше, цены в 3 раза выше, нужно увеличить. Впишите это, что заодно пакетно в этом законе принять. Но у нас нет, сначала принимается этот закон, а для чего это делается? Закон мы для внутреннего пользования, указы для рейтинга Doing Business, в котором мы стремительно падаем. То есть там есть такая графа по простоте налогообложения, ну, в оптимальной системе, да, то есть в сфере налогообложения. Вот у нас по статистике мы занимали 43 место в 2018 году, в 2019 54, в 2020 прогнозируемое 65 уже, да. То есть, ну, это к чему ведут такие реформы. Вот чтобы понизить в программе правительственной, у нас была указана одна из целей, это в Doing Business к 2024 году вернуться, опуститься на 25 место, то есть, ну, с 65 до 25. Вот для этого эти указы, то есть, чтобы там показывать, гляньте, мы либерализируем систему налогообложения, ну, то есть, собираемся. А закон уже подписан и работает, понимаете? То есть, это, ну, просто для понимания комплексно. К слову, ничего из этих указов до сегодняшнего дня не сделано. Кое-какие законопроекты в Верховную Раду предоставлены, но пока они не приняты. Единственное, пожалуй, что можно считать полусделанным, то официальное, как бы еще нет подтверждения, да, это увеличение лимитов. Для ФОПов его вроде как там с голоса приняли, когда голосовали вот за последние 12-10 законопроект, это большой комплекс изменений очередных в налоговый кодекс. И вот там вроде бы как эти лимиты расширили. То есть теперь первая группа предпринимателей это 1 000 000 будет, вторая 5 миллионов, третья хотели 10-7 сделали, да. Но, опять же, тоже до смешного, как это приняли. То есть, если мы читаем официальные, да, источники, то на сайте Верховной Рады таблица ко второму чтению. Написано, что в комитетах эту правку по этому пункту отклонили. А отдельные народные депутаты в Фейсбуке отчитываются, что мы приняли с голоса. Хотя по закону, если Рада что-то отклонила, ну, во время официального чтения, то вернуться к этому вопросу можно не позднее следующей сессии. Да? То есть, по идее, но у нас принято с голоса. Будут в итоговом тексте эти изменения или нет, значит, это еще под вопросом. Вот это единственный пункт, который из президентских указов, возможно, пока с оговоркой, скажем, был принят. Возможно, потому что, еще раз подчеркиваю, нет официального опубликования этой информации. Ну, у нас, как бы, у юристов профессиональная деформация, мы только видим, когда официальное опубликование, тогда это закон уже, да, тогда это принято. Дякую, зрозуміло. От, пане Віталій, от всі ми бачимо, як от до олігархів, до великого бізнесу, особливо закордонного, закордонних корпорацій, жодних проблем немає. Всім очевидно, що там йде масова така несплата податків, і інструментом щодо несплати податків в Україні є офшорні юрисдикції. Тому весь, по суті, всі гроші, які вони не доплачують в український бюджет, вони їм лягають на офшори. Маленькі підприємці, там, середній бізнес, вони апріорі не можуть користуватися такими інструментами зменшення оподаткування. Але ми бачимо, що ніяких кроків щодо все ж таки ліквідації цих схем для великого бізнесу немає, особливо закордонного. А якщо ми бачимо, що у нас немає такої градації, як, розумієте, великий, що у нас в Україні значить середній бізнес?
Ми не знаємо, що середня. Якщо там в Європі це, ну, оборот там до 30-50 мільйонів, то це середня. Вище – це вже монополія. Ну, не монополія, а холдинг. Не гривень, а євро. Так. Да. А тут же ж незрозуміло. У нас розказують, що середній бізнес, то, якщо це сеть магазинів «Сільпо», так називає, це середній бізнес. І підприємець з одною там лавкою, це теж, а це малий бізнес. Тобто у нас немає градації цінової, ми не знаємо, що таке середній бізнес. Тобто у нас немає такого, щоб ми, оце малий бізнес, це середній бізнес, то великий бізнес. У нас або олігархат, або просто тіньовий бізнес. І я ж кажу, у нас дуже проблема велика з контрабандою. Більше 100-120 мільярдів в рік. І це кришується дуже просто, тому що всі офшори виводяться, вони ж виводяться через ті ж самі площадки, які працюють. Заводиться безнал, і налічкою він поніс. Все. І налогова, це, і податкова його не розбирає. І не буде розбирати, тому що схема, вона дуже, ну, прозаїчна, і вона дуже давно працює. Вона вже працює 15 років. І фактично з цієї контрабанди не сплачують податки, і таким чином, ну, звичайно, це недоплата, ну, до бюджету. Звичайно. Звичайно. Дякую. От, пане Сергію, а як ви вважаєте, чи реально все ж таки у світі, ну, в принципі, у світі ми зрозуміємо, що теж є проблема несплати податків в країнах і мінімізація податків у офшорних юрисдикціях. Ми розуміємо, що усі країни, в принципі, якось з цим борються, я маю на увазі ті, які не є офшорами. І ми також розуміємо, що, в принципі, дуже важко якось великий бізнес, який має офшори і мінімізує максимально податки, не сплачує їх в Україні, що її якось змусити платити податки в Україні. Але от з вашої точки зору, які можуть бути інструменти, щоб в Україні якось примусити великі компанії сплачувати ці податки? Ну, от з вашої точки зору. Чи це закон потрібен, чи закони вже є? Ну, во-первых, вопрос исполнения законов. Иногда законы хорошие пишутся, вопрос, как они исполняются. А что касается налогового именно законодательства, здесь вообще, ну, может, у меня немного экономических знаний, я могу ошибаться, да, с каких-то точки зрения какой-то макроэкономики, но как юрист я размышляю очень просто. Невозможно все коррупционные риски убрать, да, точнее, как, ну, чтобы побороть, точнее, коррупцию невозможно, да, ее можно максимально уменьшить, эти коррупционные риски, то есть можно придумывать там кучу фискальных надстроек, кучу там сложных механизмов контроля, да, а это ни к чему не приведет, можно сделать проще. Например, в ряде развитых арабских государств существует такая система налогообложения, как налогообложение вот по расходам, не по доходам. Для нас дико звучит, но там все просто. То есть они говорят, ну, мы не поборем никогда полностью взяточничество. Ну, берут взятки, ну, как бы надо с этим бороться, но до конца не поборем. Но хотя бы ты взял эту взятку, будь добр, заплати с нее налог. И чем выше расходы, то есть чем элитнее автомобиль, тем больше налог на него. Все, пришел, и уже магазин не может сказать, ой, я понес столько-то расходов. Нет, ты продал вот автомобиль элит-класса, да, вот пришел шейх какой-то, купил у тебя его. Все, там 20% будь добр в бюджет сразу, безотносительно. У нас же по доходам налогообложения это значит что? Я показал, вот когда говорят, что 5%, так это же мало. 5% это мало ФЛП? При Николае Яновиче Азарове была такая байка у налоговиков, что предприятие на общей системе, которое, если у него налоговая нагрузка 3%, 3, то есть это значит, вот от зашедших денег он 3% по итогу заплатил в бюджет, его в последнюю очередь в план 5, это можно вообще не проверять. Большие предприятия, если оно заплатило 5%, можно не проверять. То есть, а почему такой подход разный, так называемая налоговая нагрузка? А я вот как предприниматель третьей группы, я тоже являюсь предпринимателем, плачу 5%. И объединение наше, адвокатское, тоже 5% платит. Да? И этого мало. Да? Там говорят, что, ну, надо больше. Да? То есть, что мы мало платим. То, почему такая часы ситуация? Изменилось. Да, почему такая ситуация? У предприятий есть возможность, которая на общей системе, уменьшать доход расходом, да, так называемым. То есть он показывает, а я вот то купил, я это купил. Одному сходит с рук, что он купил там не очень чистый товар, другому не сходит. И от этого идет вся коррупция, да, в этой сфере. Конечно, там одной концепции недостаточно, ее надо под Украину адаптировать. Но можно задуматься, уже было давно, в качестве альтернативной системы налогообложения рассмотреть вот эту систему налогообложения по расходам. Дякую. У нас есть телефонный звонок нашего телеглядача. Вітаємо вас в эфире.
Алло, добрый день. Так, вітаю вас. Добрий вечір, вірніше. Мене звати Надія Михайлівна з Волинської області. Прошу, у мене таке питання. Вірніше, не питання, відповідь, вірніше. Як зробити, щоб не було корупції, ну, в деякій мірі. І щоб всі платили податки. Дуже просто. Податки не платять від того, що податки великі. Як тільки зняти частину податків, зменшити їх до мінімуму, то тоді кількість підприємств українці в Україні збільшиться. І все одно дохід буде більший державі. Це колись ще сказав російський підприємець Артем Тарасов. Якщо взяти пирога, або торта круглого. І якщо кожне той торт розділити на менші кусочки, то їх буде в загальній кількості більше. І дохід буде більше в державі. Я не знаю, чому до сих пір про це ніхто не говорить. І до сих пір ніхто цього не робить. Слово податки, зменшення податків від цієї влади я не чула ні разу ні одного слова. Дякую, пане Віталію. Як ви прокоментуєте? І от я розумію, що от є контрабанда, і вона ж є, тому що невигідно сплачувати податки, я так розумію, максимально. І чи зменшиться проблема контрабанди, якщо все ж таки зменшити податки? Понимаете, в первую очередь надо построить экономическую модель. То есть в Кабмине нету так называемой экономической модели. Был бы интеграл, который бы вот, рассчитал хотя бы минимальную экономическую модель экономики развития на 3 года. И чтобы всем было понятно, вот мы делаем то, мы делаем реформу там, мы делаем там, и потом у нас получается вот такая-то, ну, конфетка какая-то. В данный момент ничего нету. То есть с кусками какой-то закон тот приняли, вот давайте за ФОПа возьмемся, может там и возьмем. А глобальные такие вещи, то что все уходит, оно все в черном нале. Да, податки, ну, сами налоги можно увеличить. Они заходят, допустим, в бюджет. А куда они с бюджета деваются? Вот это уже вопрос. На что они идут, на какие программы? Вот в чем проблема. Ну, тобто, в принципі, ви вважаєте, що головна причина, що люди не довіряють саме, куди підуть гроші з бюджету. Ну, в принципі, люди не довіряють дуже раз, багатьом очевидно, що у нас чиновники, там, прокурори, судді, інші дуже високий рівень корупції. І ну, я теж в деяких випадках от, підтримую. Я не бачу, наприклад, сенсу сплачувати податки, для, щоб мене ж за ці податки ще, наприклад, заводили, там, фабрикували кримінальну справу, там, чи ще якісь дії робили проти закону, але, по суті, за мої гроші. Чи вважаєте ви, що все ж таки от недовіра, певна, у більшості громадян до держави, вона і є причиною, чому податки не хочуть сплачувати апріорі? Недовіра – раз, і неспроможність – два. У малого бізнесу, очень многих я знаю, у которых, ну, нет возможности платить такі налоги. І дань так же само, они, ну, как платили прокуратурі, как платили налоговые. Это же все знают. Это же не то, что там за ширмой закрыто. Все это знают. Надо туда занести, надо там решить, чтобы сейчас, допустим, решить какой-то вопрос, там, строительный или еще что-то. Круг ада. Туда столько-то занести, за сессию столько-то занести, за землеотвод столько-то. Это же все знают. Это уже сколько? Лет 20 оно. То есть пока не будет модели развития какой-то, пока Кабмин не покажет, вот, мы хотим сделать... Может, это модель? Ну, она работает уже 20 лет, и неплохо работает, только для кого-то. Для определенных людей она очень хорошо работает. Не для громадян. Не для большинства громадян. То есть у нас очень, говорю еще раз, очень большая проблема. Нету самой модели развития экономической. То есть нету программы. Дело понятно, может, вы знаете, что вот Кабмин предлагал какую-то модель развития. То есть все так, завуалировано. Ну, 40% и взагалі по загалям. А в бюджете все ж таки мы не побачили щось цього зросту. Понимаете, когда в стране столько заходит нелегальная контрабанда, и это все на этих площадках, и оно работает 15 лет, никто не даст это разрушить в данный момент. Потому что это чьи-то интересы, вы же сами понимаете. Ну, кто даст такой лакомый кусок, чтобы просто разрушить? Ну, и дуже небідних людей. Ну, очень небідних. У нас ще є один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Львівщина. Юр, мене звати. Я би хотів задати гостям питання. Ви говорите про податки.
дивіться, як є в Америці. Якщо людина в Америці не заплатила долар податку, вона може втратити будинок, який коштує мільйон. У нас же ж можна не заплатити мільйон і не втратити гривні. Я працював в освіті освітянином. Чому я повинен платити 15% податку своєї зарплати, і ще від моєї зарплати мають робити нарахування на зарплату? А наші жирні багатії взагалі не платять. Вони захопили все майно наше, всі надра, і нічого не платять. Ну, от ви тут сидите і нічого того не говорите. Чому того не говорите? Дякую. Дякую, пане Сергій. Як ви відповісти нашому телеглядачу? Ну, за великим рахунком, ми не можу сказати, що ми про це не говоримо. Просто, може, не дійшли ще питання цього, саме відповідальності, так, за несплату податків. Воно у нас просто ще не обговорювалося. Щодо відповідальності, з цим можу абсолютно погодитись. У нас дуже ліберальна система, так? І якраз знову-таки погоджуюся з колегою з приводу того, що ця система, вона налаштована під великий бізнес саме. Що у нас треба не заплатити податку, збільшено, ну, одним з законів вже за каденції нової влади, це збільшення мінімального порогу кримінальної відповідальності для ухилення від, ну, щоб вважати діяння ухиленням саме від сплати податків, це 3000 неоподаткованих налогом мінімумів, податком, вибачте. То це виходить десь приблизно, це мінімум приблизно для цих цілей, для рівня, ну, плюс-мінус, зараз точно цифру не пам'ятаю, це десь 1000 гривень, от десь 3 мільйони чистого, ще раз кажу, по цифрі можу помилятися, ну, десь 3 мільйони чистого податку треба не заплатити, без штрафів, це лише чистий податок. Щоб це була кримінальна відповідальність, так. Для кого це? Ну, для великих неплатників податків. А для звичайної людини їй досить там повідомлення податкового, і знаходяться ресурси, і, в принципі, і в нас можна, може це не так часто трапляється, але і в нас є приклади, коли і поза позовами податкове майно стягується, і нерухомості людей позбавляються. Це є, але це так. Поодинокі випадки, але для того, щоб затиснути малий бізнес, вони просто закриються або підуть в тінь, щоб їх з'їв великий бізнес. А по відповідальності, от ситуація, ну, така, що дійсно треба посилювати кримінальну відповідальність, вважаю, треба збільшувати навпаки бар'єри, ну, тобто робити меншу суму, щоб за меншу суму не сплати, була кримінальна відповідальність якась. Так, тут погоджуюся цілком. Але дещо можу не погодитися з в частині того, що не треба нас порівнювати з такими країнами, як Німеччина, Сполучені Штати Америки, з приводу і ставок податків, і з приводу, власне, умов оподаткування. Так, в Німеччині вони для малого навіть бізнесу, для підприємців, вони є досить жорсткіші, ну, жорсткіші, ніж у нас умови. Але там забезпечені умови людині, не будучи підприємцем, нормально працювати 8 годин. Тобто людина, яка хоче працювати, вона забезпечена роботою, нормальний робочий день. І, тобто, підприємство там вже вважається дещо розкішно. Таке невеличке, але вже розкішно. Тобто це вже прибуток так над певний середній, коли ти йдеш. І там можуть бути жорсткіші умови в такій країні, так, Сполучені Штати, Німеччина. В нас це, ну, порівнювати нас і, ну, якісь паралелі проводити, ну, не можна ж порівнювати легковаговика в боксі та важковаговика. Ну, з точки зору їх там сили як спортсмени, ну, вони апріорі не є рівними. Так і в нас. Ми на початковому рівні розвитку економічного, ці країни на найвищому. І казати, що от в них жорсткіші умови, у них країни не може це собі дозволити. У нас просто для більшості підприємства це спосіб вижити. Нема роботи. Роботи, от людина вчилася, там на певну професію, закрили її завод. Куди? Що їй робити? Або їхати за кордон, або реєструватися підприємцем. А коротко, як ви відповісти, пане Віталію? Чому у нас, в принципі, така ситуація? Коли ти не заплатив там 10-20 гривень, там тобі нарахують 15 тисяч гривень. А у нас просто закон для всіх єдин. А якщо ти не заплатив там мільйони, то... Я говорю, у нас составляюча економіки України корупційна, і закон у нас не єдин для всіх. И все это видят, и все это понимают. Мы с этим
я не сказал бы боремся, но мы разговариваем об этом уже вот лет 20, все понимают, как оно работает в тени. Если говорить, вот, у нас такая экономичная модель, правильно? Да, у нас просто такая экономическая модель. Развитие офшора, это, ну, Украина, ну, все представляют, это черный офшор, европейский черный офшор. Все нелегально заработанные европейские деньги обналичиваются здесь. И это все знают. Дякую. И у нас есть еще один телефонный звонок нашего телеглядача. Витаем вас в эфире. Так, витаем вас, вы в эфире. Так, чуем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, у меня такой вопрос. Вот, дивіться, вот предприниматели не платят налоги, вот рабочих увольняют, переводят на цей, по договору, налоги не платят, и никто этим не занимается нигде. Зрозуміло, в принципе, проблема щодо працевлаштування, я так розумію, і якщо людина працевлаштована у незаконний спосіб, без договору якогось, я так розумію, чи по договору, але десь він не фігурує, тобто це вже, я так розумію, трудове законодавство, яке, в принципі, у нас дуже не врегульовано, і можна якось говорити щодо позовів тільки, якщо людина десь офіційно працює, якщо не працює офіційно чи по договору, то тут вже важко, я так розумію. Як ви можете відповісти на питання того глядача? Наскільки я зрозумів вопрос, речь йшла о том, коли человек всю жизнь працював по трудовому договору, а сейчас его сокращают и переводят на так называемый гражданско-правовой договор. Это даже возможно без регистрации предпринимателем, но разница в том, что человек как бы подряжается как подрядчик на гражданско-правовые отношения, то есть на него не распространяются гарантии, предусмотренные КЗОТом, соответственно, не происходит социальное страхование на случай безработицы, травм, то есть не платится. С него, с выплачиваемого дохода такому человеку также платится налог на доходы физических лиц, ну и все на этом. То есть таким образом предприятие уменьшает, ну, свою налоговую нагрузку, уменьшает гарантии для человека. Вот. А фактически он находится в тех же трудовых отношениях. У него там такой же начальник. Это повсеместно распространенная у нас история для того, чтобы, ну, приравнивать, есть соответствующие законодательные инициативы, но вот как-то медленно они двигаются, эти инициативы, чтобы приравнивать к трудовым отношениям. То есть, ну, налоговики иногда пытаются это делать так в ручном режиме, но без законодательной базы это происходит слабо. В судах это так, 50-50 проходят эти ситуации. То есть, ну, есть ряд уже судебной практики, там, выработанных критериев, если там человек, это единственное место, да, допустим, и он только отсюда получает доход, и работа носит там системный характер, то тогда говорят, что это не гражданско-правовые, а трудовые отношения там, с применением соответствующих последствий, там, в том числе и налоговых. Но пока на законодательном уровне это только проектами остается вопрос, то есть, чтобы это прямо прописать, эти критерии. То есть в этом проблема, ну, это глобальная проблема, с ней надо бороться, но, опять же, закрепив для начала законодательные изменения. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок у студии нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, витаем, витаем. Меня зовут Володимир, я с Криворога, я представник малого и среднего бизнеса. Так, вітаю. Сформулюйте своє питання. Я хотів би задати таке питання. А можемо чекати на зміни по налоговому кодексу для малого і середнього бізнесу? Зараз всі кричать, що треба поставити касові апарати. Це зрозуміло, що треба контролювати. Але чому не змінити взагалі налогову систему для нас, для підприємців? Було нами предложено 5-10%. От 10% з виторгу, і все. І на цьому закінчаться всі схеми. І відмінити НДС. Чому це не робиться? Чому за це ніхто нічого не каже? Дякую, зрозуміло, пане Віталій. Тому що це, ну, не цікаво. А в нас просто інше... Давайте так, от там людина з Львова дзвонила, от я там жив колись у Львові. І це Кривий Ріг, до речі. Ну, це Кривий Ріг, ну нічого страшного. Коли їдете від митниці,
там Мостиська є таке містечко, подивитись на будинки, які побудовані митниками, прокурорами і погранцями. Цей будинок, ну, мінімум там 700, це не про гривні, тисяч доларів. Тобто, ну, це не вигідно нікому. Тобто, поки є тут тіньова схема, поки не буде... Тоді таке питання можна задати Кабміну. Чому ви не дасте якусь елементарну модель? Поки. Тимчасово, елементарну модель для того, щоб всі заспокоїлись. І вони ж цього не роблять. У них самого немає поняття, що вони хочуть. Розумієте? От візьміть депутата, який голосував за цей закон, і запитайте більш глобально, а за що ви голосували? Він сказав, ну, фракція так сказала. Всі побігли, я побіг. Ну, так і сталося. Сказали голосувати, я голосував, бо з фракції вижив. Зрозуміло. Пане Сергій, як ви можете прокоментувати питання нашого телеглядача? Ну, опять же, НДС – це налог, який вигоден, ну, большому бізнесу, експортерам вигоден. Потому что кто-то может получить его компенсацию НДС. Всю жизнь был ручной режим компенсации НДС. То есть у кого-то перевалили расходы над доходами. То есть продавая за границу, НДС входящего в составе дохода нет. А расход был, то есть он произвел. Соответственно, ему бюджет должен компенсировать такому экспортеру. То есть он продает за границу, а НДС возмещает. Ну не все возмещают. Если я захочу возместить, у меня навряд ли получится. Я буду много лет судиться. И навряд ли даже, имея юридическое образование и опыт, что-то у меня получится. Если через определенную площадку, то там сразу получится. Ну, да, то есть в лоб, я имею в виду. Но надо поэтому НДС, ну, это схемный налог, все об этом знают. Опять же, он выгоден большому бизнесу. То есть это вопрос, все в ту же топку вопросов, да. То есть с чем мы боремся, ну, и с чего начинаем? Наверное, не с того, да, начинаем. Не с предпринимателей надо было начинать. Потому что у нас вот чуть-чуть, вот только за счет предпринимателей вот как раз же формируется средний класс. Качество жизни среднего класса во всем мире – это показатель качества жизни, ну, страны в целом. Да? То есть есть средний класс, если он твердый, то значит, ну, какая-то есть экономика, какое-то устройство в стране. А у нас хотят этот средний класс таким образом, наверное, разрушить. Я не знаю, у нас процента 2-3 среднего класса. У нас нет среднего класса. Ну, вот он только начинает, допустим, только-только, его надо прибить, ну, чтобы не развился. То есть вот 9%, да, вот там есть статистику в начале передачи говорили, 9% предпринимателей, из них... Половина – это вот такие предприниматели, которых там ведут бухгалтера фирм. Ну, то есть, вот, да, 2-3 как бы, процента – это реальных среднего класса. А от, от з вашої точки зору, яка потрібна економічна модель для того, щоб у нас кількість підприємців та середнього класу зросла в Україні? Ну, здесь, во-первых, я не економіст сам. Які потрібно Україні зробити кроки в цьому напрямку? Ну, тобто, що там, законодавство змінити, податки зменшити, збільшити? Чи діло в тому, що здесь, я говорю, в першу чергу ми страдаємо дуже багато, це чорний офшор України. Пока мы не уничтожим так называемые площадки и контрабанду, ну, вы понимаете, в месяц 100-120 миллиардов это не доходит бюджет, вот умножьте на 12 месяцев и увидите, что это такое. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Что вам сказать? Ставьте свое питание, витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Ну, я же... Ага, все, я вас бачу. Да, я хочу вам сказать, обязательно я должен быть предпринимателем, если я, у меня 500 огорода. Угу. Вот. Так, так. И я 2 месяца торгую весной и 2 месяца осенью. Так, зрозуміло. А в чому питання? От, чи вам потрібно бути підприємцем при цьому? Ні, чи потрібно... Так, мене заставляють бути підприємцем, тому що ти не маєш права торгувати, кажуть. От, як ви можете прокоментувати, пане Сергій, треба чи не треба? Ну, формально, систематично, там діяльність, певно, з продажу товарів, да. Тобто, підпадає під признаки підприємницької діяльності. Вопрос, нужно, не нужно регистрироваться, ну, рішається там в кожному конкретному случаї людьми. Тобто, ну, ти можеш прийти на ринки продати собственного производства товар, там, который ти виростив, заплатив там риночний збор. І для цього тебе, в принципі, не нужно бути. Тобто, закон дозволяє гратися з формулюваннями, да, там, тим же налоговикам, но
в частности, на рынке. Но в данном случае что-то рекомендовать человеку, ну, я не буду. Понимаете, если ведут такой... Регистрировать или не регистрировать? Смотрите, вот то, о чем я говорил, это сезонная модель. Да. Вот человек работает там в год 4 месяца, 2 месяца там весной, там 2 месяца. То есть, если ему зарегистрироваться, ему отчет в любом случае каждый месяц. Плати налоги каждый месяц, ходи. Говорит, у меня еще на огороде ничего не выросло, но ты налогу занеси. То есть, это та же модель, что получается фермеров мы давим, потом приходит такая же площадка, говорит, слушай, мы можем у тебя выкупить это все. Без всякого геморроя. Вот тебе наличка, мы выкупаем. Ну, цена, конечно, будет ниже, чем ты хочешь. Я так розумію, цьому конкретно телеглядачу краще, мабуть, домовитися з яким вже існуючим підприємцем. Так, ну, подходит к тому, что к нему все-таки скоро таким аграрием мелким будут приезжать и говорит, ну, вы же все равно не будете. А там налоговая, там задавит вас, там штрафы платить. То есть мы у вас все это выкупим. И на это То есть они сами загоняют их в такую ситуацию. То есть нету экономической модели, хотя бы элементарную. Сделать экономическую модель, то есть ее нету. Дякую. И у нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Алло. Так-так. Добрый вечер. Я с Киева вам телефоную. У меня такое питання. Чому такая велика різниця на податок на дивиденды для юридичних осіб, які знаходяться на єдиному податку, і юридичних осіб, які знаходяться на загальній формі оподаткування? Для перших 20%, для останніх 5%. Зрозуміло, пане Сергій. Ну, логіка законодавця, напевно, така, що єдиник він же сплачує до цього 5% якраз, а підприємство на загальній системі сплачує 18%. Тобто все ж це йде в бюджет. Тобто, в принципі, ну, логіка зрозуміла. Питання до того, чи взагалі податок на дивіденди має бути з точки зору детінізації економіки. Був, ну, коли у нас зробили навіть 5%, то менше вже стали користуватися ну, схемними способами виводу в готівку коштів. Якщо кажуть, ну, в принципі, 5%, так, підприємство 18 вже заплатило, але 5, ну, більш-менш нормально. Ну, звільніть від оподаткування їх, бо вже 18 з доходу сплачено. Ну, тобто, щоб отримати дивіденди, підприємство на загальній системі, треба спочатку з доходу сплатити 18% з чистого доходу. І потім сума, що залишилася, з неї ще 5%. Навіть це вже більш-менш нормально, але якщо прибрати це, то люди просто не будуть в певних випадках користуватися послугами цих обнальних контор і будуть просто виплачувати собі дивіденди. Ну, я вже 18% державі сплатив, так? Ну, логіка, загалом відповідаючи на питання, така, що прирівняти. Тут 18, ну, якраз близько 20, тут 5. І, а єдинник платить 5, тому давайте і дивіденди в них доведемо, там, в певних випадках 9, в певних 18. Я зараз точно можу не сказати, ну, десь так. Дякую, зрозуміло. І 3 хвилини до кінця ефіру. Дуже коротко ще. Ми ж розуміємо, що під цей закон, для того, щоб він працював, потрібно програмне забезпечення. І це програмне забезпечення, щоб воно працювало, потрібно обслуговувати. От з вашої точки зору, хто конкретно буде розробляти про це програмне забезпечення та експлуатувати його? Я вам розказую. Ті, хто будуть продавати ці апарати, так називаємо фіскальні касові апарати, вони їх будуть обслуговувати, їх, і вони будуть програми забезпечення. Але проблема в чому? У нас інтернет в Україні тільки в великих містах, маленьких селах, містечках, навіть в районних центрах деяких, немає ну, доброго інтернету, щоб він тянув. Як їм звітність подавати? Я цього не можу зрозуміти. Ми продамо касові апарати, продамо їм забезпечення, вже, яке там включено в цей касовий апарат, а потім скажемо, ну, да, не вийшло, ну, нічого страшного, щось придумаємо нове. Але касові апарати вилишить собі вже. Дякую. От як ви вважаєте, що робити тут? Чи є проблема в тому, що це буде такий певний корупційний дохід, тому що, ну, якось дуже дивно там, ми розуміємо, що якогось там публічного конкурсу там, чи якихось критеріїв не було? Пока, вот честно, хочется посмотреть, наверное, пусть попробуют, что из этого получится, но пока никаких я не вижу отзывов, я сам не пробовал и не вижу отзывов. Вот уже объявили, что с 1 числа началось тестирование этого оборудования. Вот
Просто я не читал отзывов живых людей. Не хочется быть голословным, поймите. А живая информация, сколько коштует эта программа? Вот не знаю, не изучал, поэтому я же говорю, не хочется быть голословным, отвечать на те вопросы, в которых не разбирался. Мне просто пентежить это питание, потому что, если мы дивилися там фонд социального страхования, каждый рік на 64 миллиона гривень розробляв якесь забезпечення програмне. Його ніхто не бачив, але кожен рік вони його доопрацьовували теж за 64 мільйони гривень. То, що традиційне програмне забезпечення – це місце, де для определених маніпуляцій, це да. Буде ли в цьому випадку? Ну, посмотримо. Не исключено. Зрозуміло. От як ви вважаєте, чи от ті програми, ті компанії, які будуть розробляти програмне забезпечення і я можу навіть сказати, це буде одна компанія. Це буде одна компанія. А от з вашої точки зору, буде ця компанія якимось чином пов'язана з депутатами від партії «Слуга народу»? Ну, цього я не знаю, але... Як вам здається? Ну, то, що з яким-то олігархом буде зв'язано, це 150%. А от ви би... От як ви... Тут конкурс, який повинен бути чи ні? От чому якось з цього приводу ми не бачили якогось там публічного конкурсу деяких компаній? Так вони ж ще розробляють. Діло в тому, що вони розробляють ще. Те, що розробляється, от закони доопрацьовуються. Ну, вдруг народ зараз опять збунтується. Опять скаже, ну, ладно, подождем. Не збунтується. Тільки хто буде за цю, от як ви говорите, пусть попробують, а хто за цю спробу буде платити? Ми. Давайте попробуємо. З кожного по 10 тисяч попробуємо. Получиться? Ну, не получилось. Ну, нічого страшного. Дякую. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.